Биологические жидкости представляют собой смесь воды, минеральных солей, белка и лиотропных кристаллов. К ним относятся сыворотка, плазма крови, слюна, желудочный сок, желчь, моча и другие. К средствам индивидуальной защиты врача-стоматолога относится медицинский халат, а также хирургический костюм. Медицинский колпак. Перед приемом пациента врач-стоматолог должен тщательно вымыть руки с помощью мыла, а затем высушить их стерильной салфеткой и обработать антисептиком. Маски предназначены для защиты органов дыхания медицинского персонала от патогенных микроорганизмов и капель жидкости. Защитные очки и экран служат для защиты глаз от механических термических повреждений. Латексные перчатки обеспечивают хорошую защиту от микроорганизмов, воды, а также слабых кислот и щелочей. Защищают от крови и слюны. Медицинские перчатки также должны быть обработаны с помощью антисептика. Перед проведением анестезии используем стерильный шприц. Запрещено передавать открытый шприц. Запрещено надевать колпачок на иглу. Использованный шприц нельзя оставлять на лотке. Утилизация иглы после инъекции производится в непрокалываемый контейнер для отходов класса Б. Утилизация перчаток и масок производится в одноразовую твердую герметичную упаковку. После заполнения пакета примерно 3/4 из него удаляется воздух, и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его герметизацию. Сбор острого инструментария, прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно в одноразовую твердую упаковку. Транспортирование осуществляется только в упаковке после ее герметизации. В установленных местах пакеты помещаются в межкорпусные контейнеры.